Ускорить темпы строительства домов для пострадавших от паводков в Актюбинской области поручил акимату Канат Бузумбаев. Вице-премьер посетил районы Уил, Кобда, Темир и Мугалжар. Там он встретился с местными жителями, а также ознакомился с темпами и качеством строительства жилья. Так, всего в регионе пострадали более 4500 домов, почти 1000 из них призваны аварийными, остальные подлежат ремонту. Для пострадавших выкупят 475 домов и квартир, еще около 500 построят. К слову, большую часть расходов взяли на себя спонсоры и меценаты. В Кабдинском районе работы ведутся активно. Уже в августе они сдадут 135 домов. Проблем с финансированием, рабочими и материалами нет. А в Уилском районе я дал ряд поручений местному акимату. На прошлой неделе я был на приеме у главы государства. Он поручил сдать дома вовремя и качественно. Поэтому я буду ездить в пострадавшие регионы каждую неделю.